Друзья мои дорогие, доброе утро, с вами Катя. Я вас приветствую из города Кьюзи, из соседнего города. Это за моей спиной железнодорожный вокзал. Итак, для тех, кто первый раз попал на мои первый, второй, третий каналы, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана, я являюсь журналистом. Ну и как всегда, под сюжетом в описании я оставлю ссылки на все мои три канала на данной платформе. Там же будет ссылка на телеграм-канал. И сегодня, 25 ноября 2023 года, мы с вами едем в Рим, но не потому, что в Риме туристы. Мы едем с вами на конгресс, который пройдет под патронажем известного итальянского ученого, профессора Алессандро Меруцци. Ну что, поехали! Друзья, ну вот я вышла из метро. Европаласпорт. Мне вот в ту сторону надо идти. Слушайте, ну... Нет, но все-таки Рим не убирают. Хотя вот этот район Эор, это очень и очень неплохой район. Эор Ферми. Ой, надо было мне здесь выходить. Я уже окраину Рима не очень хорошо помню. Интервал между остановками очень маленький, метро. Практически ничего не изменилось. Так, ну почти пришли, друзья. Улица, как говорится, не побоюсь этого слова, Шекспира. И вот туда, до конца. Слушайте, товарищи, ну это просто, просто что-то невообразимое, как грязно. Ну, это хороший район Эор. Хорошие здесь дорогие квартиры. Ну, я думаю так, что, конечно, здесь 70-е, 80-е годы здесь все активно строилось, а потом нет, потом никак. Там в глубине видите церковь. Я думаю, не очень хорошо, вот сейчас лучше видно. Муссолини построил. Ну вот, все. С вами на месте. Оказывается, сегодня будет здесь несколько конгрессов. Вот наш первый, вот этот вот наша группа. Все остальные, тут тоже какие-то политические конгрессы будут проходить. И, в принципе, похожие на наш. А вот с противоположной стороны тоже конгресс-центр Нувола называется, то есть Облако. И, по-моему, он был построен в 2008 году. Профессор Меруцци прибыл уже. Вот он говорит сейчас как раз о том, что Италия – это колония, что мы не самостоятельное государство. Роберто. Ну, вот и сейчас они говорят по поводу банков и по поводу вот этих спекуляций, что слишком нас тут много, и был раньше культ жизни, сейчас культ наоборот. Очень много всего интересного, поэтому я сейчас быстренько как анонс закачаю на YouTube, и потом буду снимать вторую серию. Очень интересный конгресс.